Сегодня мы на стенде у Империи ножей. Это Мистер Блейд, это Special Knives, это Северная Корона, это NC Custom. И сегодня с нами Разведос. И поклон. Да, и поклон. И с ножами, и кровь. Да? Нет, просто и поклон. Все понятно. Я против насилия вообще. Супер. Пацифист. Сразу заметно. Только лучше. Сразу заметно. Нет, написано «Последняя надежда на груди». Я специально. У меня намедни друг спросил: слушай, у тебя есть контент-план? Я говорю: слушай, у меня не только есть контент-план, у меня есть футболка-план. То есть там у меня одна футболка, здесь у меня другая футболка. Поэтому это просто футболка отражает суть мероприятия, в котором мы находимся. А находимся мы, например, на клинке. Все понятно. Новиночки, целая куча, ведро. С чего начнем? Слушай, новиночек... Реально, оказалось целое куча ведро, и к этому оказался никто не готов. Вообще никто не готов оказался к этому, потому что все их увидели сегодня первый раз, за исключением парашютера. С него и начнем. Да. Это нож дизайна моего друга Архадыра. У меня есть его нож Ультрас, а это вот его же нож. Ну, нож, это нож дизайна. То есть дизайн для него разработал Архадыр, а сделал этот нож бренд NC Custom. Этот нож-парашютер тоже его дизайнер разработал Архадыр, а сделал этот нож NC Custom. Нет, я не сплю только вторую ночь нормально, мне уже тяжело. Ладно, короче, что хочу сказать про парашютер. Парашютер – нож, который, ну, грубо говоря, назовем вещи своими именами, взяли холодняк и втиснули, навели шишбеш, ляхим-тряхим, там шпили-вили, и получился не холодняк. Ну, то есть, грубо говоря, если вам нужен нож, который обладает функционалом холодного ножа, но не требует никакого разрешения для приобретения, это прекрасный выбор для вас. А в чем еще плюс данного ножа по сравнению, например, с тем же Ультрас? А в том, что у него рукоять, ну вот у меня не крупная ладонь, а есть люди с большой ладонью, вот парашютер для них будет отлично и уместен, хорошо подойдет для крупной ладони. Ну и дизайнеры NC Custom обыграли, конечно, очень креативно название парашюта, поместив на ножны из кайдекса изображение одуванчика. Про парашюты много на самом деле сказали, далее говорить что-либо смысла не вижу. Далее, Мистер Блейд. Мистер Блейд, скорее всего, вам известен по складням, да? Но что у вас на кармане, как говорится? У меня на кармане складня от Мистер Блейд под названием Хит. И вот он, ну, большинству пользователей известен, Мистер Блейд, именно как складнее. Что это в первую очередь? Это HT, это Хемнес, это Феррат. А теперь вот линейка Мистер Блейда пополнилась двумя новинками. Орка, тот, что побольше. И Сиал, тот, что поменьше. Название Сиал должно вас пробудить уже внутренние позывы для чего там, для, чтобы расплакаться, потому что именно такую аббревиатуру имеет подразделение спецназов ВМС США, но в данном случае этот нож сделан полностью в России, из российских материалов. И кто хочет поддержать отечественного производителя, пожалуйста. Обратите внимание, два типа ножен есть для данных ножей. Одни ножны для больных на голову зеленые, но черно-зеленые. Да? Другие ножи для нормальных, они черно-оранжевые. Еще нужно оранжевые, для того, чтобы когда вы будете строгать веточки и чистить картошку, а ножны положите рядом с собой, потом их можно было легко найти в траве. Переходим дальше. Значит, перед нами, ну, классические, скажем так, наверное, стоит их назвать классическими финки, да, от Империи ножей, от Русской короны, наверное, да, судя по всему, от Русской короны. От Северной короны. От Северной. Заговорился, от Северной короны. Вот посмотрите, во-первых, есть три разных размера. Побольше и потолще, побольше и потоньше, и потоньше и поменьше. Каждая любой... девушка найдет себе идеальный, да? На любой. Заметь, не я сказал. Да. Заметь, это не я сказал. Вот. И помимо этого еще и появилась складная финка. То есть вот этот форм-фактор втиснули в складе. Обратите внимание. Я что могу сказать? Я сам, ну, не фанат. У меня есть, конечно, самая известная финка в мире, которая называется Пелтон. Она у меня есть, да, но я скажу, что вот это даже поудобнее будет, чем Пелтон. Пелтон удобный, но у Пелтона, кстати, вот рукоять напоминает чем-то рукояти от Орки и Сил. Вот она примерно вот такая. Я скажу, что вот классическая рукоять
она, конечно, если мы говорим про рабочий нож, про ухватистость, про положение его в руке, она поудобнее. Окей, и мы переходим к заключительной части нашего повествования. Это ножи от Special Knives, да? Special Knives. Это, то есть, Special Knives, вы уже должны проникнуть. Специальные. Специальные ножи, да? У нас есть скелетник. Ну, очень интересной формы, очень интересно выглядит. Очень такой, как сказать, необычный, интересный. Это я честно, первый раз вижу их сегодня. Поэтому как называется? Я сейчас вместе с вами. Названий нету, это вместе с вами читаю прототип. Прототип номер раз, прототип номер два. Но я бы назвал его вот этот нож классическим. Такой, ну, нож и нож. Короче, ничего особенного. Этот еще один прототип, такой же классический, но побольше. И вот этот. Вот это уже совсем интересный прототип. То есть у него есть подпальцевый упор, у него длина классическая, у него форма боя классическая, насколько я понимаю. Довольно такой серьезный обух, насечка по верхнему краю, которая позволяет им по-разному работать, соответственно. Ну а подпальцевый упор позволяет его использовать как оружие. То есть я понимаю, что это, скорее всего, будет холодный нож. Судя по всему. Не холодный. Не холодный? А не кончик сам, и кончик взяли и завалили. Это очередной нож, когда нужен холодняк. Они в очередной раз навели шпили-вили, да. Как с парашютером. Да, да, да. И да. Сделали ему, завалили кончик. Видите, да? Это все для вас, короче. Чтобы вы могли иметь функционал холодного ножа, а если вдруг что, но при этом покупали его без специального разрешения. Друзья, ну, собственно, на этом все. Я считаю, что новинок... На всю витрину. На всю витрину, да. Но я, чтобы я из этого всего отметил, я бы, если честно, отметил, конечно, парашюты, ну, потому что, да, я бы, конечно, отметил вот эти финки, и особенно складную, но она прям реально хороша. То есть можно сколько угодно говорить, но в руки, если ее взять, вы поймете прекрасно, о чем я говорю. Она прям реально, прямо да. Супер, спасибо. И поклон.